Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр Провектор, и это обзор на Zona Project X для Android. И, пожалуй, самая долгожданная игра от разработчика Egg Gaming. Финальный релиз состоится в сентябре этого года, но уже сейчас нам дали возможность прикоснуться к этой игре и как следует затестить на самых разных устройствах. Действие происходит в ближайшем будущем на территории Украины, в постапокалиптическом сеттинге. И по первым минутам прохождения сразу чувствуется уклон на сталкера, что, собственно, радует. Ведь на данный момент это самая адекватная и масштабная игра подобного рода для мобильной платформы. Что касается сюжета, он тут есть и не для галочки. Именно на него сделан огромный упор, так что готовьтесь к тоннам сюжетного текста и увлекательному чтению. Но не все придется читать, по крайней мере, минимум половина вступления с качественной озвучкой. На остальную часть озвучки надеемся в финальном релизе. Имеются различные виды оружия, беспощадные враги, от зомби и монстров до неприветливых бандитов, обширные локации, где при выполнении задания можно и заблудиться. Порадовало и музыкальное сопровождение, которое отлично дополняет атмосферу происходящего. Графика в играх от этого разработчика всегда была на высоте, и эту игру не обошли стороной, добавив всевозможные фичи и эффекты. В настройках имеются готовые конфигурации от низкой графики для самых слабых устройств и Ultra PC для самых мощных, хотя планшет Nvidia Shield Tablet просит еще и еще. В целом ощущения непередаваемые. Пожалуй, в игре есть все, что требуется – графон, сюжетное погружение и увлекательный геймплей. На данный момент в Google Play присутствуют две версии – бесплатная Lite со вступлением и первым уровнем и полная версия, включающая в себя все уровни за 60 рублей. Ссылку на игру я оставлю в описании под видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. А с вами был Александр Провектор.